В Ульяновской области продолжают работу пункты вакцинации против COVID-19. На данный момент в больницах и поликлиниках региона работает 42 пункта. Еще 7 пунктов мобильные. Один из последних открылся в торговом центре «Альянс» в Засвиярском районе. В Министерстве здравоохранения уверены, прививка в мобильных пунктах абсолютно безопасна. Замминистра здравоохранения Сергей Кучец отмечает и свои плюсы. В данной ситуации поговорка, что и стены лечат, она неприменима, потому что создание вакцинационного кабинета, оно требует создания вполне конкретных условий, которые в данной ситуации были соблюдены, и все. Поэтому факт о том, что можно прививаться только в больницах, или только в стационарах, или только в поликлиниках, это абсолютно несерьезно. Свои слова чиновник подтвердил делом, привился здесь же. Врачи заявляют, как-то особенно готовиться к вакцинации не нужно. Человек должен просто знать, что он практически здоров. Он должен знать, что он не был в течение последних 2 недель в контакте с больным температурищем или там потенциально ковидным, скажем так, да, сам не болел. У него нет простудных явлений, кашля, горло не болит, температуры у него нет. Ну и, в принципе, в течение как минимум суток там максимум не принимать алкоголь, ну, как это рекомендуют. И больше, в принципе, ничего. Подобные пункты располагаются также в торговых центрах «Пушкаревское кольцо», «Аквамолл», «Вертикаль», в многофункциональных центрах на Гончарова 11 и на Созидателей 17А, в главпочтамте на Гончарова 9. Также выездные бригады вакцинируют работников предприятий и жителей отдаленных сел. Всего в регионе вакцинировано почти 105 тысяч человек. Павел Половов, Владимир Куликов, Улправда ТВ.